Ты ж детдомовский? Про отца что знаешь? Гандон. Я же так и так уйду, я тебе тысячу раз говорил. На какие цели нужны деньги? На квартиру хочу. Вам отказано. Ну вот, Алексей Юрьевич Чесноков, он же Штырь. Я тебе больше на дочери издеваться не дам. А в случае отказа или отсутствия родственников, он переписывает квартиру мне. А ты его сдай. Еду по России, не доеду до конца. Еду по России, не доеду до конца. Еду по России, не доеду до конца. Где панельку моего отца? Предлагаю сделку. Что-то не очень видно, что тебе потратили. Я же сказал уезжать! Я тебя тут вообще не веду. Эй, пацан! Слушай, я тебе говорил, не называй меня так, ладно? Ну что ты цепляешься-то за жизнь? Нахер тебе надо? Ты же уже полутруп!